Привет, мои творческие друзья, и в этом видео у нас мобильная обработка. Сегодня при помощи программы Snapseed мы сделаем ретушь фотографий и научимся создавать контрастные черно-белые снимки, оставляя при этом реалистичный цвет кожи. У меня уже была похожая тема, в которой мы делали черно-белое фото, оставляя только цвет кожи, но и волос, естественно. Но сегодня мы продвинемся немного дальше. Мы научимся не просто создавать такие картинки, а кардинально менять цвет одежды и даже окружающего интерьера, если это необходимо. Уточню для понимания. Давайте посмотрим на оригинальную фотографию. А на этой фотографии ретушь с использованием черно-белых масок Snapseed. Если вас интересует подобная обработка, обязательно посмотрите ролик по ссылке сверху. А теперь я показываю еще одну черно-белую фотографию. И что сразу бросается в глаза, так это цвет джинсовой ткани. В оригинале он голубой, в варианте 2 он серый, и никакими черно-белыми фильтрами или кистями невозможно сделать его темнее. А вот в варианте номер 3 он очень темный, почти черный. Но как же получить такой глубокий черный цвет? Вроде бы на первый взгляд такого инструмента не существует, или он какой-то сверхзагадочный. Все очень просто, мои друзья. В работе с цветом есть такое понятие, как каналы. И буквально сегодня на моем канале вышло видео, где я показываю, на что способны цветные каналы тоновой кривой Lightroom. А сегодня мы познакомимся с цветными каналами Snapseed и узнаем, какое влияние эти цветные каналы оказывают на черно-белое изображение. Но давайте от практики перейдем уже к делу. Подробно мы сейчас не будем останавливаться на обработке ретуши портрета в Lightroom. Как обработать снимок и подготовить его вот к такой черно-белой ретуши, вы можете узнать из плейлиста на моем канале, который называется «Обработка и ретушь портрета». Там есть все, что касается обработки портрета. А мы этот шаг пропускаем и сразу открываем уже подготовленную фотографию в Snapseed для черно-белой ретуши. В общем, поехали! Итак, друзья, обрабатывать мы с вами будем вот эту фотографию. И если кто-то хочет практиковаться вместе со мной, вы сможете скачать ее по ссылке под видео. А сейчас мы кликаем «Инструменты», кликаем «ЧБ». До этого мы с вами работали вот с этими заготовленными фильтрами. Сегодня нас эта панель не интересует вообще. Смотрим вниз и видим вот такой вот кругляшок. Здесь у нас спрятаны каналы. Сейчас активный оригинал. И здесь все цвета соответствуют цвету в черно-белом варианте. То есть темные цвета, они ближе к черному, светлые цвета ближе к серому. Джинсовую ткань мы видим здесь сейчас серую. Но для того, чтобы вы узнали метод целиком, давайте мы не будем останавливаться только на этом комбинезоне. Мы с вами отретушируем этот комбинезон. Туфли и чемодан, так как они разного цвета и разные каналы будут на них воздействовать по-разному. Итак, давайте для начала займемся комбинезоном. Сразу вам говорю, что все голубые, светло-голубые, синие оттенки, их лучше обрабатывать в красном канале. Итак, кликаю красный канал, вы можете попробовать другие, но красный канал мне нравится лучше всего. Именно он придает ткани такой глубокий черный цвет. Но это еще не все, нам эту ткань необходимо доработать. Здесь есть несколько настроечек. Зернистость мы с вами трогать не будем, а вот яркость и контрастность будем. Итак, нам необходимо комбинезон сделать более темным, черным, контрастным, чтобы он смотрелся очень интересно вот на этом сером светлом фоне. Итак, давайте ползунок яркость мы будем уводить влево. И если ткань становится сильно темная и теряет свою текстуру, свой объем, то просто необходимо немного понизить контрастность и вернуть светотеневой рисунок на место. Можно подвинуть еще немного яркость, еще сделать потемнее и еще прибрать контрастность. Такой вариант мне нравится уже больше. Что мы с вами делаем дальше? Кликаем галочку, ведем палец или стилус вверх, нажимаем на кнопку слоев, кликаем «Посмотреть изменения», кликаем на только что созданный слой ЧБ, выбираем кисть, смотрим, чтобы внизу значение стояло 100, увеличиваем изображение и начинаем аккуратненько ретушировать джинсовую ткань. Чем крупнее вы сделаете изображение, тем ювелирнее и точнее будет ваша работа. Ну, принцип вы поняли. Я немного ускоряюсь, чтобы не отнимать у вас времени. А вы пока можете просто послушать хорошую музыку. Myself, my name, forgot about all.
Итак, отлично. Кликаем галочку. Теперь ведем палец вверх, нажимаем на стрелочку слева, кликаем инструменты, ЧБ и опять идем в каналы. Теперь подбираем канал, при котором лучше будет смотреться чемодан и ботинки. Мне больше нравится оранжевый канал. Так, кликаем галочку, идем вверх, нажимаем на слои, посмотреть изменения, кликаем в последний синий слой, кликаем кисть, смотрим, чтобы значение стояло 100. Кликаем галочку. Идем вверх налево, нажимаем стрелку. Опять идем в инструменты, опять в ЧБ, опять в каналы. Теперь выбираем оригинал. Кликаем галочку. Идем вверх, кликаем слои. Посмотреть изменения. Синий слой ЧБ, кисточка. Теперь нажимаем на реверс. Это треугольник и шар. Смотрим, чтобы значение стояло 0. И делаем ретушь кожи и волос нашей модели. Если залезли за край и вам это не нужно, необходимо выбрать значение 100 и пройтись по обратной стороне. Ну и напоследок можно зайти в инструменты, выбрать коррекцию и сделать окончательную обработку этому изображению. Кликаем галочку. Итак, друзья, фотография готова. Нам осталось только сохранить это изображение. Как это делать, вы уже знаете. А сейчас давайте посмотрим оригинал и что в итоге у нас получилось. А на этом, мои друзья, все. Желаю вам творческих успехов, красивых, интересных сюжетов, шикарных фотографий и до новых встреч. Всем пока!